Здравствуйте! Наступил крайний месяц зимы. Давайте узнаем прогноз. В эфире еженедельный выпуск погоды и в студии София Пирогова. По данным портала Гизметео, неделя в Оренбурге ожидается снежной. В субботу 3 февраля будет пасмурно и снежно. Под вечер осадки прекратятся. Температура днем 0-1 градус Цельсия. Вечером похолодает до минус 6. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до минус 6-7 градусов. Днем станет немного теплее. Температура составит минус 4-6. Возможен мокрый снег, а скорость ветра 6-8 метров в секунду. Неделя в Оренбурге снежная. Температура может как подняться до плюс 2, так и опуститься до минус 10. Местами по области возможен ледяной дождь. Главное управление МЧС по Оренбургской области призывает жителей быть аккуратнее. При перепаде температур на дорогах и пешеходных тротуарах образовывается ледяная корка. Водителям соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Пешеходы, будьте внимательны и осторожны. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 102. О погоде к данному часу все. С вами была София Пирогова. Смотрите телеканал ЮТВ.